без этого понимания, если ты все равно продолжаешь творить хуйню, есть только фрукты, это мука. Это мука для твоей психики. И я вот, серьезно, ну, я говорил, что я восхищаюсь самоотверженностью людей, которые, зная, вот ты знаешь, допустим, что булка тебе вредит, она убьет в итоге твое тело, она сделает его мертвым, иссушенным. Это сухая еда, любой хлеб, это сушеная еда. Но ты продолжаешь это делать. Ты самоотверженный, ты просто, знаешь, герой, героям слава, блядь. Мне сейчас намного труднее начать есть обычную еду, чем раньше с нее слезть. Представляешь, какая? То есть я смотрю на обычную еду, сегодня идем мимо шаурмячной, а там такая шаурмячная, ну прям... как с картинки, и пахнет вкусно, и такие лаваши, знаете, там пекутся, питта, но тонкая, я ее разрезаю, очень вкусно. И я понимаю, что, ну, это вот как, наверное, ты идешь и вспоминаешь свое детство, где там у бабушки где-то там ты бегал с голой жопкой по травке, ну, или там колыбель какую-то свою, или там, может быть, трубу матери вспоминаешь. Не, может быть, кто-то неосознанно там. Но вспоминаешь что-то такое далекое, что-то безответственное и уже недостижимое. Вот так. Даже с некой такой приятной грустью. Вы, а как? Все. Ну, то есть... ты перестаешь тосковать об этом, потому что это невозможно, но все помнишь. Готов ли ты с трезвым умом и понятно, такой с полной памятью продолжать жить в таком мире? Никогда не забудешь. Ты никогда не забудешь, какими вкусными были пельмени. Никогда. Что будешь делать? А? Возвращаться в свое детство, а ты уже не ребенок. Тебе пизды дадут, если ты будешь орать в самолете. Только детям не дают пизды за то, что они орут в самолете. А ты уже побывал у меня на курсах, здесь все послушал. Вот, ты, если ешь пельмени, ты мир убиваешь, вредишь ему, тебе дадут пизды. Но тебе и так дали бы пизды. Просто ты бы не понимал, за что. А теперь ты полностью понимаешь, за что. И я тебе информацию дал. Что ты будешь с ней теперь делать, решать только тебе.